16 декабря в здании синагоги отметили светлый праздник Хануки, который напоминает о чуде, произошедшем тысячелетия назад. Все 8 дней читинские евреи зажигали свечи в особом светильнике Минори, по одной каждый день, а последний вечер по традиции зажигают все 8. Двери открыты, это такой праздник, что на подоконнике должна гореть ханукия, и чтобы люди видели этот свет и приходили оказать им или помощь, или радость, чтобы присутствовали или в храме, или в этом доме, где горит эта ханукия. Каждый праздник читинские евреи отмечают дружно и радушно. Такова суть хануки, светлого праздника. Не только иудеи могут принять в нем участие, но и любой желающий человек. Двери распахнуты перед каждым, в ком есть вера в чудо и добро. Недаром по давним обычаям ханукию принято помещать на подоконник, чтобы проходящие люди видели свет и разделили радость с хозяином дома. Сегодня в Чите проживает около 2000 евреев. Это только приблизительные подсчеты, как признается Борис Еремин. Однако местная еврейская община не оскудевает со временем, а становится только больше и дружнее. В ней есть талантливые преподаватели, писатели, общественные деятели, много творчески одаренных людей самых разных возрастов. Они поют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в постановках. Есть и свои творческие коллективы, такие как детский клуб «Шатиль». Такие по-настоящему уникальные люди и были удостоены чести зажечь свечи на праздничной миноре. По очереди приглашали самых достойных членов общины, внесших вклад в развитие иудаизма в Чите и Забайкалье, а также просто преданных людей, которые остаются верны общему делу, несмотря на все жизненные тяготы. Наравне со взрослыми свечи зажгли и дети. Я первый раз зажигал свечу, и это большая честь. Следующим большим еврейским праздником станет Пурим, празднование которого состоится 24 февраля. Мария Шестакова, Анна Кулигина, специально для Забинфо.